Риви А4 Марк популярный очень так. 65 лямов факт, видео снимают как Ламбу Гелик-то помнят все. Правда, ламбу эту он же. Жалко, Гленту нету уже. Серега Кобяк тоже топ-1 на ютубе. Уже как много лет. Фанаты его любят, и он любит их в ответ. Чипсы та лава-лава, это же его бренд. В шортсах он популярен, снимает он по тренд. Он очень популярен, и его цель 100 лямов. Он просит подписаться, ведь кнопку хочет же. Ну или просто стать еще богаче, жалко ушел. Глент, 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 лучший друг бумаги. Это Глент, 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 Бэхи и Мустанги. Это Глент, 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 любит сыр косичку. Это Глент, 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 и играет в игры. Это Глент, 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 на канал ушел снимать и от съемок отдыхать. Теперь он как Обиков, но только он не енот. Бабки любит бумага, Серега давно оператор. Скучают по старой команде, Глент Кобяк, Серега Бумага. Он очень популярен, и его цель 100 лямов. Он просит подписаться, ведь кнопку хочет взять-то. Ну или просто быть еще знаменитее, жалко ушел. Глент, 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 Глент,